Знакомьтесь, это Игнат, активный и веселый пес, обожает бегать и прыгать. В приюте его в шутку так и называют – попрыгунчик. Всю энергию тратит на тренировки с кинологами. Игнат занимается agility, бегом с преодолением полосы препятствий. Это командный вид спорта, в котором участвуют собака и хозяин. Но хозяина пока что у Игната нет. Раньше он жил в семье, где его воспитывала девочка. Ее родители развелись, и собаку пришлось отдать в приют. Сейчас Игнат ищет активных хозяев, которые продолжат с ним заниматься спортом. Обещают не только скакать и кружиться, этот пес всегда всем поднимает настроение. Игнат ждет вас в приюте «Поводок».